Так, всем привет. Продолжаем проходить Боша. Это у нас уже третий забег на 10 уровне. И да, я забыл кое-что. Я же уменьшал размер окна, так что придется нам захватик сейчас по-бырому перезахватить. Сейчас. Вот так. Так, не понял, а где музыка из игры? Только что же были эти молнии. Баг, что ли? А, выключено, блин, точно. Туплю. Третий мир. А, какой третий мир? Десятый мир. Ниндзя Гайден. 18892 смерти. Totally average. Управление не выставил, конечно же. Обязательная часть программы. Выставление управления. Так, мне тут надо бежать вперед. Так, сейчас вспомню, как это делается. Почти. Не, не так. Не так. Как же там вот на третьем экране? Я пока не понял, как же там правильно-то? Ой. Как же там надо замикрить-то на третьем экране? Музыка, конечно, классная. А, и да, я же кое-что забыл. Точно. Опять наш любимый Good Game-ушка глючит. По всей видимости, показывает Over 9000 зрителей. Но теперь еще и кибергейм у нас наконец-то настроил этот рестрим с кибергейма на Good Game. Теперь у меня и на кибергейме, и на Good Game одновременно онлайн каналы. Но на Good Game задержка будет побольше немного. Да что такое? Почему не получается перепрыгнуть? Странно. Надо прям в самый последний момент нажимать второй прыжок. А зачем я рестартнул-то? Вот, но... Так, не успели. Во, ты чё? Странно. Да я второй раз не задержал кнопку даже. Возможно, я что-то просто не понимаю. Такое тоже может быть. Боже, что запросто.
А может просто слупочу. И не могу сообразить, в какой момент там нужно нажимать прыжок. Ну конечно, надо на бегу соображать прям сразу. Что, у нас время есть еще. Ну, в плане, что там постримить сегодня. Не понял, что я вообще не допрыгнул туда. Уже 18900 смертей, сейчас еще соточку нагоним. И будет юбилейчик. Да что же он не допрыгивает никак? Что-то вообще не то сделал. Не, заранее их никак не уничтожить верхних. Потому что тогда придется прыгать вообще непонятно во что. О, привет, мистер, напомнение. Я, короче, хотел это Тоху 12.5 стримить сейчас. Но подумал, что, блин, я же тебе сказал, что только на следующей неделе будет стрим. Ну, я, короче, решил, что лучше это. А то обидишься. Но ты почему-то пришел, ну ладно. Да не допрыгиваю никак. Нет, не доживю. Да, похоже, что-то было уже. Похоже, что-то уже было. Только я был на другом экране больше. Никак вот мне не дается что-то. Второй экран-то с трудом дается, чего же говорить про третий. На третьем я просто не успеваю ничего подумать, оно так быстро все мелькает. Кого-то другого, наверное, смотрят. А у меня стрим точно онлайн? Давай проверим. Да, онлайн. Вроде как. Привет, Тор. Чё ты там? Рассказывай. 12.3. Атмосферная музыка, классная. Такая атмосферненькая, конечно, игра. Вот этим она понравилась. Хотя сюжет, конечно, упорот, как обычно. Но... И тем более я за Рейму-то не видел сюжета. Я только за эту, как я там... Забыл. Санае, да, по-моему. Привет, Элиле. Кого там нету? А, сюжета за Рейму нету? Привет, Луги Бастье. Давайте-ка вы это, в чате там, расскажите, что у вас за ники такие? Элиле, Луги Бастье, Нубомнение. Ну, Нубомнение еще можно догадаться, а вот Луги Бастье, Элиле, вообще я не понимаю. А что такое за подлаг был какой-то? Ну, Тора я знаю, откуда нет. А, только за... Ну вот, я за Чирна и Мелинь тоже не видел. То есть я не мог просто переключить, я там вверх-вниз тыкал, и ничего не происходило.
Поэтому играл за Санай. Хотя я там даже лазил по конфигу, но что-то не получилось все равно другого персонажа включить. А, еще открывать надо? Вот этот поворот. То есть, значит, все нормально. Я играл в тот, в ту историю, которая доступна по, только по умолчанию, единственная, да, получается? Я знаю страшную вещь какую. Много страшных вещей знаю. С чего это, друг? Нет, не отгадал, Тор. Вообще не отгадал. Ни разу. А, ну ладно, значит, я спрошел основной сюжет. Персонажи в Shining Force 2, там динозаврика звали Гоги. Еще в одной главе, когда все разрушалось, заходишь в дом и его находишь потом. Ну, я не играл просто в это, Shining Force. Потом появился инет, решил создать почту, надо было ник придумать. И просто вспомнил тот персонаж и добавил Best. И со временем почему-то еще Е появилось, вот и все. Ну, прикольно. Значит, ты динозаврик из Shining Force. Ясненько. Насчет потом пройти нет. Ну я же говорил, но я не буду проходить. Ну вряд ли. Тем более файтинг. Если эти, которые шутеры, дамаг и шутеры, еще может быть я там какие-то буду проходить, вот то, что там просил, там, седьмую, там, на легком, да, пройти без продолжения. Но это еще дам, я допускаю, а вот. Файтинги эти нет, точно не буду возвращаться. Файт по сети, а там же сюжета не будет. И смысл тогда просто чисто драться, ну как бы. Это не то, я не люблю это файтинги. Да почему я не могу допрыгнуть? Что-то я вообще не пойму. Сколько уже попыток сделал? Да лол, ну как так? Перестало получаться совсем. То хоть иногда получалось. Привет, Инферно. Так тут нечего собирать, я просто пока не понимаю, видимо, тактику, в какой момент надо прыгать, или что там еще делать. Тебе на чтение сюжета ушло больше времени, чем на игровой процесс. Ну, и что? Мне хотелось прочитать сюжет. Это разве так плохо? Я чё, виноват, что там столько диалогов? Ну, понятно, что английский, все дела. Инферно, а у тебя откуда такой ник-то? Чё за Инферно? Ну, в смысле, я знаю, что такое Инферно, ну, вообще, в целом. Ну как бы, ты же, наверное, не с потолка решил так назваться-то. Еще циферки какие-то, что такое 1679? Дата рождения вряд ли. А что еще может быть? Сколько лет? Ну, тоже вряд ли. Может быть, это последние цифры номера телефона? Могу простить твои страдания на втором экране после того, на котором ты начинаешь. В смысле, то есть, ну, ты между не на котором я сейчас не могу допрыгнуть, а на следующем? Ну, расскажи историю-то про них.
Интересно. Послушать бы. Прочитать. А, ну давай, можешь. Ну я как бы, ну не знаю, но если там будут все сейчас протестовать, типа фул спойлеры и так далее, ну тогда не надо. У меня как бы все равно в целом. Я же уже перепрыгивал, но я просто не пойму, почему я сейчас не допрыгиваю. Не, ну просто как бы спойлери уже не исправить. Просто как бы я же для кого стримлю-то, да? Ну, если чатику нужно не спойлерить, ну, в смысле, чтобы я играл, проходил сам, ну, значит, пусть будет так. Мне это все равно, и потому что я потом так и так буду больше перепроходить еще, наверное. Ну, какая разница. Гитман уже не тот. Не знаю никаких Гитманов. Привет, Нейрон. Да что же, ну не, ну реально вообще не допрыгивают что-то. Да что-то Гитмана на СК2 ТВ я не видел уже 100 лет. Походу он все решил все-таки повзрослеть и перестать стримить. Как забегаешь, пускаешь две пули и сразу после них прыгаешь, выстреливаешь еще несколько. И ты падаешь как раз на конец платформы, и удобно прыгать, и сможешь по ней допрыгнуть. На ютубе мне ранее был ник типичный ютуб комментатор. Перейдя на СК2 ТВ, решил тоже какой-нибудь типичный ник взять, выбрал Инферно. А чтобы не затеряться среди других, Инферно добавил рандомные циферки. Все так банально. Так просто. А, стоп. Сразу две пули и прыгает. А, и в прыжке еще, да, пуля. Угу. Не, я перелетаю эту платформу-то. Ну, вообще почти, да. Mission completed. Сейчас посмотрим. Что там за mission completed-то? Не пойму. Типа ты прошел что ли или что? Не очень понимаю. Но 1000 смертей, 4 часа 57 минут. Но только непонятно, это типа пройдено или что, потому что ну, там не написано. А, прошел, ну поздравляю. И как? Ну вообще изич походу, да? А я все равно не допрыгиваю, лол. А, охренеть. Да я случайно третий экран затащил так. Я даже не понял как. Да, слишком слоу скорость. Да где этот рестарт? Там на колонну-то не обязательно вставать на третьем экране. Достаточно просто ее опустить и перепрыгнуть. И все. Есть.
все? Я-то думал там. Ну вот это, по-моему, уже жесть какая-то. Если честно, что-то я разучился прыгать вообще уже. Столько экранов бегать не, я разучился прыгать. Да, оно легкое, только я прыгать разучился. Ну, управлять как-то вообще. Управлять не вперед, уже разучился. Однако меньше недели нога я потратил, при том уже 5 лет в него не играл, и все подставы забыл. Не то, что это дурацкий боже. Да ладно, настолько он легкий, но я-то потом его по-любому пройду. Но я, в принципе, так и так его хотел пройти. Хоть секретки нету, да, но просто чтобы я не проверял-то. Понятно. Да что это было? На следующем экране секретка? Ну что ж, тут надо немножко по-другому. Короче, надо его убить заранее. А, с Боша не сравнится. Привет, пресс-клауд. Как там окажешься, сразу прыгай в левый нижний угол карты. А там это на следующем экране, да, я так понимаю? Да что же я не допрыгиваю, лол. О, выпало. Где-то 3,5 года назад я ошивался на одном форуме. Однажды появился там один человек, писавший километровые стены текста, а я, будучи молодым и неопытным, написал ему, не засоряя форум, своим новым мнением. Админу фраза понравилась, и он сначала написал мне в статусе анти-нубомнение, а потом, так как я тогда любил писать всякую ахинею, поменял ее на мистер-нубомнение. А потом, когда я регистрировал аккаунт на YouTube, я вспомнил про это и назвался мистер напомнение. Админ, который редактирует подписи у пользователей, это что-то. Был я на таком ресурсе, даже модератором был. Потом, когда такие штуки начались, быстренько там толпой целые ушли с сайта, и норм, сайт загнулся. Ну, потому что админ, блин, не очень себя повел хорошо, так скажем. Не такой уж сложный экран, но не такой уж и простой, честно говоря. Хакнули. Да что такое дело? Я понимаю, что тут можно вот как-то вот так, да, делать, но это, блин, неудобно, офигеть как. Попробую, конечно. Нет, лучше так не делать. Привет, Аяка. Не, лучше буду я, наверное, от стенки к стенке все-таки. Хотя... Фиг его знает. Да, не так же. О, опять встретились Аяка с мистер Набомнение. Не бойтесь, на этом стриме я не буду включать
композиции Стохи, будь то оригинал или ремикс. Как-то не выходит там сделать этот скоростной прыжок. Да чё же он так подлетает-то высоко? Да не туда. Не знаю, мне кажется, так лучше. Кстати, можно засейвиться, в принципе, там, да, где-то в воздухе, но что-то не хочу рисковать. А то сделаю какой-то сейв вообще жуткий. А, не, хотя не получится, пока пулька долетит, я буду слишком низко. И сейв будет запорот по-любому. Но мне он не портит жизнь, в том сравнении. Никоим образом. Инферно, это 10 уровень, всего 11 уровней, соответственно. Сколько мини-боссов, не знаю. Коги Бестье, ну какой попробовать? Откуда там и? Не, ну я, конечно, понимаю, что чат, все дела, тут можно хоть что писать. Ну просто меня всегда удивляло, откуда в этом слове буква «ы». Многие так очень пишут почему-то. Привет, Фэбри Домино. Ты там это, когда соберешься стримить, тогда, ну, пиши, если что, я закончу. Что там за видос? Можете словами написать, чтобы я не открывал? Не люблю на стримах видео открывать. Да как же так? Почти. Победа над Рю. Да, вот называется это, да. Пацан сказал, пацан сделал. Убил и Рю, и дал Сима. Причем за одну попытку обоих. Так кто же видел, в принципе. Боже, хватит уже страдать ерундой. Вот же, ну. И здесь секретка снизу, лол. Девятнадцать тысяч смертей. Так что здесь секретка? Что-то непонятно. Похоже. Вон оно как.
О, этот чел с Ghost and Goblins. Так, а, change нужно. Со временем доспехи падают? А, действительно. Лол. Так, а для чего? Это не просто так там. Нет, а надо не застревать. Надо не застревать об стену. Да как же так-то, а? Это экран, на котором Картофан забил в босса? А что в нем так? Неужели он такой сложный? Я что-то пока не вижу. Не, давайте больше. Мне непривычно другими текстурами играть. Серьезно, Картофан ты забил. Может быть, я чего-то еще просто не знаю? Так это же изичный экран. А, ты имеешь в виду не экран, а серия экранов? Ну так бы и сказал. Да, никого там прогонять не надо. Аяка, приветствую на стриме, и мистер Напомнение, приветствую обоих на стриме. Придется вам как-то ужиться вместе, ну либо по желанию там уже. Но только прогонять, да, не надо никого. Просто Огибасе, ты вначале сказал, что он именно на этом экране забил. И как бы, ну я думал, что именно на экране, а ты имеешь в виду не на экране, а... Ну как бы вот... На этом сейве, да, так скажем. То есть следующий сейв он уже взять не смог. Неужели я тоже дропну больше на этом экране? Что-то мне не верится. Блин, ну просто Картофан-то, блин, он же... У него микро-то лучше. Ну не на экране, но короче ты понял, да? Вы поняли. На этой стенке. Так, давайте посмотрим на этот экран. Так, мне нужно
Так, вот сейчас я мышку мне не видно, да, на захвате? Так, сейчас я сделаю, чтобы было видно. Все видно. О, привет, Картофан. Ну чё? Говорят, ты на этом экране дропнул? Как же так случилось-то? Так вот, значит, мне нужно тут бежать. Получается, мне нужно вначале прыгнуть, стрельнуть, потом здесь запрыгнуть, опять прыгнуть, стрельнуть, запрыгнуть, прыгнуть, стрельнуть, запрыгнуть, и потом уже падать вниз. Как-то очень жестко. А, ну у меня тут будет один прыжок еще. Один прыжок будет и куда-то там вниз. You died. Я бы рассказал, но пусть это будет тайной. Но я надеюсь, что ты просто тогда еще был зеленым и неопытным. Или просто была лень, ну что-нибудь такое. Короче, то, что меня успокоит. Да, в любом случае, куда я от босса-то денусь? Буду месяц тренить этот экран, если надо. Да жесть, я не успеваю соображать. Не, ну он-то давно, я так понимаю, в босса играл. Не, ну вот эта вот, блин, стенка, она вообще, блин. Тоже дропает? Да не получится, как же так? Вот я хожу там на стримы к разным людям, троллю их там в босса, а сам дропну босса? Да это смешно. 40 градусов, Тор? По-моему, это не очень хорошо. Не, не, я не думаю, что 40 градусов. При 40 градусах человек уже бредить начинает. Он не может писать в чатик там, что-то смотреть, блин. Да, Тора потом не потроллю, да не, тут дропать уже не вариант вообще по-любому. Ну, блин, Тора, ну ты же, надеюсь, принял меры какие-то, да? Потому что это уже такая температура вообще не очень. Что-то система охлаждения как-то хреновенькая у тебя. Да что такое? Лаги какие-то пошли. Водянку заказал. Как тут как бы не понадобился бы азот. Да никак. Чаёк? Да чаёк же горячий. Липтон не в счёт этот. Липтон холодный чай, это не чай.
Ну, то есть это, ну, реально, это же не чай. Это вода какая-то, я забыл там. Ну, короче, это просто сладкая вода. Я просто раньше думал, что это реально холодный чай. Ну, пусть хреновый, но чай, но это вообще не чай оказалось. Азот вкусный, не знаю, но его пьют. Ну, так, по приколу, когда там на мероприятиях разных, где охлаждают, там и вроде пьют. Или я путаю. Может, там не азот, может, ну фиг его знает. Не, ну на голову точно льют, а пьют, не помню. Наверное, все-таки пьют вряд ли, да? Ну на голову 100% льют. Да нет, он не входит в Е, ты чё? А, или ты про Липтон? Не, я раньше так попивал немного, ну, когда нечего было другого купить. Но в любом случае, это не хуже, чем кола там или пепси. Не лучше, но и не хуже явно. Только сейчас заметил, что он цепляется за синие стенки, стенку своим углом, забавно выглядит. Ну будет, да, ну и чё? Ну давай торт там, выздоравливай, чё-то ты это... Ну короче, восстанавливайся там. Ты же стримить ещё должен, ты FF7 не прошёл, куда валишь-то вообще? Боша не прошел, не, ты должен достримить. Мегамен виноват. Ну я понял, что ты притворяешься больным. Потому что у тебя выбор Мегамен, Боши или Тоха. А, тут на колонну можно запрыгнуть. Хотя нет. Ну, в смысле, она не нужна. Привет, Снап. Ну, Тор... Да, думаю. Да что я делаю? Изичные игры? Да, по-любому, Боша-то это вообще изич. Изикатка. Да я не это, ну вы поняли, да? Двойного прыжка нет. Надо там все-таки останавливаться на платформе. Экстра СА? Чё за СА? Не могу никак вспомнить, какая из тох называется СА. Наверное, я еще не играл ее. На 11-е. А, не выговариваю мое название, какое-то дурацкое, точно, точно. Так бы и сказал. Тоху 11, а не, блин, не пойми что. Я бы поняла бы, блин, в 200 раз больше народу.
Ну да. Не, ну тут еще хотя бы, в принципе. Ну то есть, если ты скажешь, я играю в Боши на норме, то другой человек, который играет в Боши, он, в принципе, тебя поймет. Я думаю, что он, ну, как бы со, практически со 100% вероятностью поймет о чем-то. Ну, мистер, напомнение, здесь ни одного тохофага нету. А, или там он Аяка, но и то он, по-моему, обиделся и ушел. В смысле, так не играющий человек не поймет, что такое норма, как раз таки. Боши, в Боши, блин, норма такая норма. Всем нормам норма. Да что я сделал? Не переместился на следующий экран. А в Time Machine там тоже норма? Или что там? А, там же это... Турбокнопка на любом уровне сложности, да? Ну, короче, я понял. Какую-то изикорную игру себе выбрал. Не согласен. Что такое обычный человек? По-моему, как раз таки обычный человек сейчас это... Ну вот, типа то, что я питал. Обычный человек это тот, которого большинство, да? Ну я не знаю, кого большинство, но вообще это довольно популярные мемы и выражения. Ну, опять же, среди, смотря какого это, возрастного категории, да. Понятно, что те, кто там, это... Это за 40, они точно не поймут, что такое ЗАЗА. И лол. Ну, я ему зареквестил, я не знал, что он станет на темную сторону и будет трубу, турбу юзать. Не, ну Инферно, если брать вообще всех людей абсолютно, то, конечно, да, не большинство, но все-таки очень много. Их так много, что все равно ненормальными я бы... Язык не повернулся бы назвать. Не, ну в смысле понятно, что нормально люди, например, в Боша вообще не играют. Но не в этом, да, вопрос просто. А как же это пройти-то? Моя мама даже не знает, что такое лол. Ну, возможно, что моя тоже. Ну, не знаю, не спрашивал. Хотя не, ну, по-моему, знает. Но не употребляет, конечно. Ну, багет все знают, что такое. Это же этот, ну, хлеб такой, булка. Батон, типа, да. Французский, по-моему. А, Снап, да, извини, знает. Твоя мама знает, все, я понял. Ну так, Снап, ты же знаешь, с кем поведешься, от того читать и научишься. Uh,
Мне странно во мнение. Также есть огромная масса людей, которые вообще не знают, что такое Тоха. Ну, сленг — это норма в плане того, что... Ну, норма, что он существует. Ну, как бы уже это... Он сленг был всегда, абсолютно, да. Просто со временем сленг либо отмирает, либо становится частью языка. Около 6-7 сложностей, нифига себе. А ты, ну ты, естественно, играешь на самый изичный, да? И плюс турбокнопки. Да что я не могу это? Лол. Не понял. Не понял прикола, почему у меня перестала получаться эта фигня. Спидранная машина самой высокой сложности? Ну, загуглим что-то. Не может быть, чтобы ты стенд не использовал совсем. Ну вот, прям совсем-совсем. Никакой. Я лично сомневаюсь. Может быть, просто ну, ты настолько привык. Я имею в виду не именно такой вот там... СК-2-очный там, да, сленг. А, ну вообще какой-нибудь. То есть сленг — это все то, что не есть литературный... Ну, короче, нет официально в русском языке. Прошел Канаку с одного захода. Что такое Канаку? А, Канаку — это 12.3. Можешь продолжать умирать. Ну все, вопрос решен. Трали в чатике, ну да, мистер НБ мнение немножко тралит. Ну а что, если я не могу пройти на больше, чем на изике и не хочу? Наконец-то осилил хард 10 части. Ни хрена себе ты там даешь. Хард 10 части. Тут это жесть. А сколько продолжений потратил? На последней жизни, наверное. Однако финальный босс 10 части. А, так я 10-ю на изи прошел. Но зато без продолжений. Ну, в принципе, там по-другому и нельзя. Пройти равно в одно продолжение? Не, ничего подобного. Это ваша тоха заморочка. Пройти — это увидеть титры. С плоховкой концовкой, с плохой концовкой, с кучей взятых продолжений на изике. Это пройти. Все остальное по-другому называется. Блин, я, кажется, понял, что надо делать, но пока не получается.
интернетный, ну или скадвачный, по мне, так мало чем отличается. По крайней мере, стараюсь не использовать, не исключаю, что иногда может проскакивать в моих сообщениях неосознанно мимо моего внимания. Не, ну в сообщениях-то может быть и нет, ну, а в жизни неужели вообще? Ну, короче. Ну, я понял, что активно точно не используешь. До бессмертия 10 тохи нельзя пройти последнего босса. Но только если ты очень много бомб скопишь, но по-моему их там фиксированное количество, так что там ты не сможешь их так уж много скопить. Ну, почти отгадал. Так понять бы, как на той колонне еще ехать. Микрит на ней, ну. Нет сообщений или крайне редкий без смайлов. Ну, Тор, что я могу сказать? Я полностью поглотил интернет-сленг. Я плохо представляю, как вообще интернет-сленг в реальной жизни можно использовать. Ну, вот смотри, я же использую, когда стримлю, а по сути, ну, это как, ну, почти как жизнь, ну, я же как бы, это же не пишу, я же разговариваю, да? Я, в принципе, на стриме веду себя примерно так же, как в жизни, ну, так, в общем случае, да? Ну, только более, ну, так, может, чуть более серьезный. Потому что, ну, как-то, скажем так, даже не более серьезный, более, может, ответственный, что ли, потому что, ну, не хочется там, чтобы зрители смотрели на какой-нибудь не очень, там, типа, как я ем или что-то такое. Ура! Ну, можно этот экран рассмотреть. Надо на правую колонну перепрыгивать. Я упор от дугу, нормально. Хотя я еще не осилил тот же хард 13 часть, я не знаю 13 часть. Куда еще более серьезный? Ну... Не, ну снап, ну может быть даже наоборот, может даже менее серьезный, да. Ну я, короче, сам не знаю. Стримы все же больше к интернету относятся, чем к реальной жизни. Мистер на мнение не верит то, что Аяка прошел хард в 13 части. А прошел у нас по словарю Аяки, это значит, ну, без продолжений. Пока я не вижу ничего сложного в этом моменте. Но, видимо, картофан дропнул где-то там, ну, на каком-то дальше экране, который там еще ниже. Там, походу, такая жесть, что просто сдохнет. Привет, бобер.
Кстати, кто там еще это, пришел попозже? Расскажите, почему у вас такой ник? Вот Снап, Бобер. Че у вас? Почему вы так себя назвали? Ну, Снап, ну Снэп это вроде пристыковать, да, или что-то такое, или я путаю. Сейчас потом прочитаю, что? У меня почему такой ник? Ну, у меня очень банально. Короче, это... последние четыре буквы, если наоборот почитать, то это будет Влад, то есть это мое имя. А U и S это отчество и фамилия, ну, первые буквы. Да просто у меня раньше, когда я только в интернете заспавнился впервые, у меня был ник браузер. Не помню почему, просто. Ну, пишется вот так же, как интернет-браузер, да, это же слово. Но потом, блин, я столкнулся на каком-то форуме, зарегался, и у меня сразу же забанили учетку. Оказалось, что ее забанил робот, потому что это с каким-то ключевым словом совпало. Вот, и, ну, короче, я понял, что, может, ник не очень удачный из-за этого. И решил придумать другой. Вот, ничего оригинальнее не придумывалось как-то. В детстве бобром называли 12 возраст. Это 12 возраст сейчас или нет? Просто если сейчас, то о каком-то детстве идет речь. Или в 12 именно называли бобром. СН инициалы. Снэп огрызаться. Но вообще ник у меня иной же. Просто СК2 тут ник лишь через 3 месяца соизволил мне письмо прислать. Письмо остался на 7. Однажды сменю, никто меня не узнает. Какой Снап-то, а? Не, Снап, тебя легко узнать по сообщениям, на самом деле. Ну, разве что ты будешь специально стилистику изменишь. Почерк-то узнаваемый. А, про возраст шутка? Не сразу понял. Почему-то все думают, что цифра в конце обычно связана с возрастом. На самом деле это рандомная цифра, потому что просто выбор занят всегда так на 25. А... нет, ну да, ну как бы просто да, часто это связано с возрастом, либо с датой рождения. Но не обязательно. Вон, у Инферно вообще рандомное какое-то число. Человек, назвавший Зуна бездарностью, не может говорить правду, Кэп. Нет, конечно, ваши споры, блин, реально такие ржачные местами. Я лишь сказал, что он не бог, и существуют люди, которые лучше него.
Ну, так, Аяка, главное не что ты сказал, главное, что услышал или прочитал мистерного мнения. Да как это пройти? Я этот раз случайно прошел. Моторно, я понял. Что означает ровно то же самое? Прекрасно. Это напомнило мне один анекдот, но я не буду его тут озвучивать. Колонну размикрить. О, почти. Я уже готов был. Мне это нравится. Чё нравится? Спор их нравится. Пока что эта стенка очень легкая. Вообще никакой сложности не представляет. Но вот там, на том экране, да, надо посмотреть, что там не так. У меня почти багет, то есть круассан. Те круассан. Но пойдет. Из-за чего багет? Ведь люди, которые подойдут, скажут то, что я сейчас видел или видела, и стоят, молчат в ожидании, когда же их начнут умолять рассказать, что же они видели, знают и подобное. Да, есть такие. Ну, это экстраверты, ну, которые же общение ищут. Обожаю смотреть за их реакцией, когда стоишь и молчишь в ответ, ну или скажешь молодец. Ну, это снап тоже, я бы не сказал, что очень хорошо, что так поступаешь. Ну, конечно, тролли, все дела, но... Все-таки ты им настроение-то портишь. И казалось бы, вроде, ну, не твои проблемы, да, но все равно. А, не скажешь тебе багет, но ты уже сказал. Я понял. Так, ладно. Не умеет порадовало. Колонну, блин, нормально микрить. А надо в самый последний момент, блин. А, там еще прыгать не надо было. Ну что за глюк был сейчас только что? Oh, man.
Почти. Ну, блин, я понял, там вообще не надо прыгать, но, блин, это тяжело немножко размикрить. Ну, не тяжело, нет, это легкий момент очень, но просто... Ну, как бы, надо, чтобы получилось. Да чё же это крана-то направо еду? Ну. Такой дай. На себе. Да ладно. А больше им ничего не сделать. Ноги быстрее, тебе его еще на рейпе проходить. Да, тут я понял, где дропнул картоха. Да не, изикор же. Привет, Костабрик. Вот ты и попал на мой стрим. Даже ты. Ты себе поспойлеришь этот десятый мир, ты че? Потом скажешь, типа, о, вообще изикор. Ну конечно, ты уже спойлерился в имбо-тактике. Я ж тут видишь вообще имбу по-страшному. Память 3 секунды. Да нет, Тор, мне кажется, если по секите, вот когда он шнур из розетки выдернул, не дропнул, то мне кажется, все-таки не дропнул. Хотя Соник и Марио еще. Ну посмотрим. Кстати, это хорошая идея. Есть на чем дропнуть. Пружинки. Глазик. Вот, конечно, вот самый такой дропающий момент, это ты прошел Соника, весь радостный, и тут глазик. На, и все, и просто удаляй доту, и танки, и пол стимовской библиотеки. Ну, при 40 градусах это явно 20 рамона. Ну, только ты потом не говоришь, что это там, типа, судал посоветовал, и, короче, на него в суд подавать сейчас. Хотя не, он уже не поможет. При такой температуре уже таблетки-то не... Они же обратно выйдут. Да как на эту колонну попасть? Что-то я лол вообще не знаю. Я записал, и вот потом будет доказательством. Печалька. Не, ну я же дисклеймер этот сказал на запись, все.
ко мне никаких претензий. Да это жесть какая-то. Внимательно продумай все. Внимательно — это уже очень сложно. Что за пшик на вебке? Ну а почему нет? Тебе мешает? Раздражает? Просто пока мне никто не писал, типа, фу, нафига вебка выруби. Поэтому я и не вырубил. Загнул-то. Но есть стороны по мнению, так наоборот, в этом и суть. Тебе-то никто не запрещает боготворить Зуна как угодно. Но только ты других сильно не уважаешь, кто любит там ремиксы, например, или что-то еще такое. И еще и даже просишь уйти с моего стрима, что нежелательно делать. А Яка, а ты стример? Я хоть зайду, посмотрю, что вы там холиварите-то. Ну скинь это ссылку там на канал, что ли. Так зачем ты придумывать неверный образ стримера? Разрыв шаблона? С чего вдруг разрыв шаблона? Вот ты... Тебе нужно встретиться с каким-то человеком, которого ты вообще не знаешь, да? Ну, даже по телефону никогда не разговаривал. И не переписывался. Ну, например, там, деловая встреча, да? А, ну, школьникам не понять, но я понял. Но все равно, ну, короче, это... Ну, и что? Ты его сразу видишь, и голос, и... изображение, и что, тебе от этого очень плохо? Разрыв шаблона? Так, сейчас я по-бырому подпишусь на канал. Что-то СК2 ТВ очень долго загружается. Все, подписался. Гляну. Правда, не знаю, сколько ты стримишь, может быть, в это время я не могу смотреть. Ну-ка, Стабрик, тогда включай вебку сам. Ты-то себя видел в зеркало. Так что, по сути, тебе это не помешает, то, что ты будешь с вебкой. Самые рандомные моменты. Ну и на, в рандомные моменты, в принципе, я могу смотреть. Но не всегда. Кажется, я понял, а может и нет. А, попросил меня не ставить ремиксы, по-моему, было не так. По-моему, я поставил ремикс, а потом ты сказал, что тебе не нравится.
Да, уебасте, я уже понял, что я, походу, не в том месте спускаюсь. Или что-то в этом роде. Нелогичное днище. Нелогичное днище. С 50-го раза поняла, что не надо прыгать на тучках. Отпускать кнопку прыжка, в смысле. Не, ну я не притяг, конечно. Так. Есть один стример. А, что-то я вообще не то сделал. Да что-то чат отвлекает, сидит своими, блин, холиварами. Ну, что и правильно. Чат и должен отвлекать стримера, иначе нафига вообще на стрим играть. Зачем я рестарт нажал? Надо было этот экран посмотреть. Блин, затупил, что-то боялся. Не вижу тут возможности задержаться. Так, ну-ка, надо почитать, вы там что-то понаписали жестко. Так, что же на этом экране-то делать? Непонятно. Подпрыгнуть на колонию. Предположу, что ниша в середине не просто так, попробуй... После прыжка приземлиться туда, на колонну. А я невнимательный, я это уже говорил. Ты же когда сказал, что нужно внимательно изучить экран, я сразу сказал, что это сложно. Я, если честно, даже до сих пор не понял, о чем идет речь. А, ну понял вроде. В этом вопросе нет правых и неправых. Такого не бывает.
Как может быть в каком-то вопросе не быть правых и неправых? Всегда найдется тролль, у которого будет противоположное мнение. И он будет, ну, вероятно, неправ, если все остальные, допустим, правы. Хотя с его точки зрения, разумеется, он будет прав. Почти. Я смотрю, уже все новые и новые лица затягиваются в спорт. А вы запомнили, с чего это началось? С того, что Аяка пришел на стрим, и мистер Напомнение ему сказал: уходи. И все. И на пол стрима, а может и на весь стрим оставшийся у нас тут спор в чатике. Инферно, ну, я имею в виду, да. Бля, что в спорах про фломастера, я не знаю, что ты имеешь в виду, типа какой правильный цвет. Ну так тот, кто говорит, что правильный черный, да, он прав. Но для него второй не прав, а для того будет наоборот, что он прав, а второй не прав. Ну вот это имеется в виду. Так, мистер Напомнение, это же главный тролль у нас. Только что меня затроллил недавно. Что-то не запрыгнул, не знаю почему. Ого, твой отец Иосиф Сталин? Подожди, не может быть, да сколько тебе лет? Тебе-то до хрена лет должно быть. Я думал, тебе 30 нет. Хотя, может, однофамилец просто? Ну, тёзка. Не знал, что у Сталина сыновья тролли. Да что я не могу нормально, блин, управлять всегда. Эти экраны должны проходиться всегда с первого раза. Никто этого не хочет, кроме Аяки. Да я просто сказал, чтобы ты вылез там. Из тишины. Да блин.
Не, ну меня разные мнения интересуют, в том числе нуба мнения. Так что я уж точно не погоняю это. Да мне это норм, активность в чатике, это же круто для стримера-то. Так, не считая Зуну гением, но это лично мое мнение, я не пытаюсь его кому-то навязать, некоторые не могут смириться с одной точкой зрения, и им обязательно нужно убедить собеседника, что только его мнение может существовать, и его нельзя не поддерживать. Да, бывает, но я на самом деле считаю Зуну гением, серьезно, без шуток, потому что он рисует, он пишет музыку очень классную, и еще и программист, в принципе, неплохой, ведь в Тоха почти нет багов. Но, однако, это не значит, что нельзя на него ремиксы писать или что-то такое. Или то, что они портят там его творчество или что-то такое. Нет. Да блин, ну не могу размикрить. Оставайся, мы разрешаем. Да, на самом деле, говорить, что тебя прогоняют, когда тебя никто реально не прогоняет, это и есть троллинг. То есть, ну, ты этим пытаешься вызвать бурную какую-то реакцию или что-то в этом роде. Что это сейчас было такое? Я вроде отпустил кнопку странно. Видишь, мистер Набамьяни, ты всего лишь написал одно сообщение, а тебе в ответ вон сколько. Это в стиле троллей, если честно. Ну, уходят обычно те, ну, как бы, у кого заканчиваются аргументы, ну, либо безразличные какие-то, ну, которым, ну, как пофигу. Ну, либо уходят из каких-то совсем неблагоприятных обстановок, но здесь я не считаю, что такая, просто, ну, почти здоровый спор, так просто, с шутками немного. За 300. А, Костабрик там вспомнил, что он еще и качок. Нет, он просто маленький шип. Секреток больше не будет на этом уровне. Не, Инферно, вряд ли. Его же только Тоха интересует, в принципе. Хотя вот он приходит на другие стримы, но... Ну, по-моему, так, без особого интереса. Ну, я так понимаю, он все-таки ушел, да, раз сейчас не отвечает. Так что... За спиной-то не будем обсуждать. Трали, а? А что там потом делать, я не очень понимаю. Да, такое было, что писали, что фанатское творчество — самая важная часть вселенной. Кто-то писал, но я о таком не говорил. Короче, в итоге все навязывают свою точку зрения.
И наши, и ваши. Не, ну если честно, мистер, обо мнение, я не могу с этим не согласиться, что фанатское творчество очень важное, но при этом, если у тебя другое мнение, разумеется, оно имеет право быть. Но у меня тогда просто не совпадает, но это же ничего страшного. Да, про тонны текста кто-то отгадал. Тор айпишник свой скинул, а сам там сидит, уже 10 антивирусов включил. И только держит палец на кнопке выключения компа. Откуда ты знаешь, Снап, что 674 символа ограничения по знакам? Через 39 минут третий мир. Хорошо, ты можешь, ну, за 5 минут написать? За 5 минут до начала. А, ты между, короче, в 9 в Москве, да? Ну хорошо, я понял. К 9 это закончим. Все пойдем смотреть тебя. Ну, все, кто захочет. А, понятно, 674. Ну, я имею в виду, по мнению, он просто шутит шутки за 100. Я тоже, вот это вот брать на слабо, это, конечно, ну, последнее дело. То есть, по сути, те, кто берут на слабо, это у них просто нет других аргументов или что-то такое. Но, скорее всего, он это в шутку писал. Или нет. Ну, издевательством я бы это не назвал. Слишком громко сказано. Как можно в чате что-то принять за издевательство? Это же чат, это же sk2tv.ru. Это Пека ТВ. Тут не бывает издевательства, кроме как троллинга. Если ты сюда пришел, то, блин, ты по-любому должен это понимать. Не-не-не, я понял, как там проходить, я просто не могу сделать, я понял, мне там нужно с этой колонны спрыгнуть на левую платформу, потом с левой платформы на маленькие колонны, и с маленькой колонны там слева сверху синяя стена липкая, и там мне нужно избежать вот этой стены шипов. Фабино, ну я знаю, что ты перепрошел, или это не мне было. В интернете не говорят слогом Пушкина и Лермонтова? Говорят, но не на Пека 2 ТВ.
Есть же сайты по русскому языку, там всякие высококультурные есть такие, почему нет? Почти. Ну, да, не, ну я же уже говорил, по-моему, в начале стрима по поводу этого, да, молодец, что ты прошел Рю. Хотя то, что ты его вообще прошел, это я и так видел, я же ночью смотрел твой стрим. А то, что ты дал Сима, ну ночью ты просто его не убил. А потом утром ты якобы его убил, но... Да, конечно же, я тебе верю, но... Как же так, нельзя же людям показать то, что... Стримеру можно доверять. Надо, чтобы пруфы были обязательно. А то иначе слишком расслабится чатик. За один слоган Пушкина тут банят вообще-то, да-да-да. Привет, Ксенрир. Снап, так вроде же фанстрим с ТВ, нет? Кстати, завтра же новый спортал-то, альфа-версия, или какая там бета. Ксенрир, ты в курсе, что новый портал-то открывается? Ну, пока только для донатеров, потом для всех. Ты как, ты это, ну, из тех самых? Или все на БП ушло? Ну, мистер, на по мнению, опять же ошибаешься, есть. И те, про которых ты говоришь, есть, и реальные есть. Закинул 500? О. Скучно. Не, ну, Снап, это... Это старые утечки, я не знаю, какая будет реальность, но вообще я видел скрины даже. Типа были утечки какие-то и что-то вроде того. Вроде как фанстрим с ТВ. Ну, Костабрик, у тебя-то там радости будет... доверху, когда ты Рю пройдешь, когда ты до него дойдешь вначале. А это, а Фабино-то чё, вообще на изичи прошел, даже не вспотел. Правда, вот сам уровень второй его затравил, ой-ой-ой. А, мистер, на мнение, а то, что она называет себя интеллигенцией, это ты уже придумал, я об этом не говорил. А яко нет, нельзя. Это не единственный признак. Ну, хотя это в какой-то степени, да. А, в скайпик? Вообще, конечно, не люблю на своих стримах в скайпик кого-то добавлять. Ну, в принципе, ладно, чё, давай уж тогда. Сейчас. Ну, просто как-то, не знаю, не привык я к этому. Одно дело, когда заранее там, ну, с кем-то договариваешься. А чисто вот такие вещи, как-то не очень. Ну, ладно, давай исключение сделаем. Только-то по звуку напишите как-то. Алло. Алло, привет. Здравствуй.
Так, сейчас там напишет, как там по звуку. Как меня слышно хорошо? Ну, я тебя хорошо слышу, а на стриме не уверен. Норм, пишет Гугибастье, норм. Ну давай, что ты хотел? Короче, ну я извиняюсь, если тебе неуютно, ну. Ну давай, что же. В общем, насчет этого ты спрашивал, сайта-то. Ну да, я слышал, конечно. Я 500 рублей закинул. Будем ю. Че так Будем ю. много? Ну. Я впритык там 200 чем-то закинул еще давно. Ну, чтобы получить там X10 голос, ну и просто. Не знаю, я просто заработал, ну, за лето. 500 Здесь. рублей? Ну да, примерно. Ну и решил, как бы, чё бы не закинуть. Спрашивают, кто в эфире. Это Ксенрир в эфире. Да. Тоже стримлю. Вот, сейчас у меня большой-большой проект по Final Fantasy. Вот я стримил первую часть в начале этого года. Вот, но это было так довольно симпровизировано и без каких-либо планов. А сейчас я планирую сделать нечто большее. Вот, рассказать людям о этой серии игр, которые мои самые любимые. Но на это нужно время, чтобы подготовить все материалы. Ну, короче, в двух словах сказать, ты будешь показывать все аспекты Final Fantasy Да, я буду игр. рассказывать все по игре. Не простой летсплей это будет. За кем ты выехал? Да. У меня тут за окном такие бывают гонки Формулы-1 еще происходят. Снап, вон, Снап пишет, типа, ну, типа, сарказм, да, серия такая неизвестная, никто не Вот знает о ней. в том-то и дело, что много никто не знает, поэтому, ну, такая очень небольшая цель, чтобы людей как раз-таки познакомить с этой серией. Нет, но ну он намекает, что типа и так все знают, но просто он не учитывает, что, например, там не всех там могли монстров видеть, там, да, не все там какие-то секретки, может, знают или все что-то, да. Вот, да. Я спрошу помощи у фанов серии, там на форуме зайду, спрошу, чё как. Вот, может, они чем-нибудь помогут. Потому что даже я тут мало чего знаю. А ты больше будешь проходить? Больше. Нет, я к таким играм никак. Да и изи платформер просто обычный. Не знаю, я как-то платформер не очень. Я вижу, насколько он изи, я столько стримов видел. И как-то, ну. Не очень. Не привлекает, да. Ну, не знаю, так можно отдохнуть, расслабиться больше. Иногда. Иногда, правда, не совсем расслабляешься, но. Для расслабона можно пойти какой-нибудь шутанчик, например. Не, ну это уже просто кино посмотреть. Но в последнее время не очень люблю смотреть фильмы. Я привык участвовать Не, я имею в виду, в не, я имею в виду действии. поиграть в шутанчик, это кино посмотреть. А. Ну, я вообще такой, как бы сказать, казуальный, что ли. Ну, финалка это не особо казуальная, по крайней мере, первая, особенно NES-версия. Ну, на NES там не столько хардкорно, сколько все очень долго и Ну, и об этом скучно. и есть хардкорность. Я первую часть, вот, не знаю, я даже, наверное, наспор не возьму, пройти первую часть именно на NES. Не потому что я, ну, не смогу чисто, там, как-то, скиллом, да, а потому что, ну, это такая жесть и гамотина просто. Там Я сдохну 5 раз. каждый простой бой, вот любой, он там занимает, ну, минуты по 5, наверное, Да, где-то. и при этом ты можешь потом отойти две клетки, и у тебя точно такой же бой возникнет. Все это тянется, тянется. Тор, я не насаживаю мнение, что платформеры говно. Да Я он говорю, что троллит. мне они не нравятся. Он троллит. У нас просто тут спор сейчас был в чате. А, на какую тему? На тему насаживания мнений. А. Ну ладно.
Вот, на новом сайте будет вайп рейтинга. Мы будем это жестко неправильно эксплуатировать. Говорить. Неправильно говорить, не, ну, то есть не, он не обнулится, просто это другой сайт совсем. Там вообще его не будет. То Ну, есть, в общем, всех, все равно всех по нулям. И там в Альфе будет, ну, сколько человек? Ну, человек пару тысяч, наверное, не больше. Я посмотрел там список саппортов, там даже, наверное, меньше тысячи людей задонатило, больше 250 рублей. Поэтому этим можно воспользоваться и... Может быть, кто-нибудь и заметит? Ты ведь тоже задонатил? Да, говорю, там по минимуму, короче, 200-250. Да. Вот, будем нарабатывать новый рейтинг. Да, мне на рейтинг все равно. Вот, у меня сейчас зрителей в последний где-то месяц стало, вот именно в чате, да, сидят, в принципе, постоянно почти где-то человек 10, даже больше. Меня, не поверишь, мне это полностью устраивает. Мне больше практически вообще не нужно. Наоборот, если будет больше, то это даже минус, потому что, ну, как бы... Сложно чатик читать? Да, сложно чатик читать. Ну, вообще, атмосфера уже нарушается. Ну, как бы, то есть, фиг знает. Мне лично ну, больше это, не в надо. Этом есть смысл. А тут, как бы, своя атмосфера такая, можно сказать, домашняя. Да-да-да. Привет, Немезида. Здравствуй. Бесполезно спорить с легионом троллей. Так я думал, мы закончили уже спорить. А ты все еще о своем. Нас это... легионом назвали. Прикольно. У тебя сейчас какие там еще планы-то? Вот ты больше проходишь покемонов, я видел, еще что-нибудь собираешься? А, то серию Тоха прохожу. А, да, ты хата еще точно. И еще что-то. Ну, во-первых, я еще как-то приходил, когда Super Mario 1, ну, на NES-овскую, я тогда сказал, что у меня будет марафон Марио, то есть по всем-всем частям, не спин-оффным. И я начал вторую, и как бы не прошел там с двух стримов, ну, довольно тяжело для меня. Но как бы не собираюсь нарушать слово, просто со временем продолжу. Наверное, когда Тоха все пройду, оставшиеся, наверное, займусь Марио. Ясно. Да, вот из покемонов я только смотрел один сезон, когда в школе учился. Вот, я как-то в детстве к покемонам особо... Как-то не относился, вроде их показывали, но я их просто не смотрел. Не, я в этом, во-первых, смотрел, ну, в детстве. Там два сезона в России показали. Правда, второй не полностью. Ну, короче, я потом, буквально где-то года два назад, что-то решил вспомнить, что это такое вообще. Ну, и посмотрел, короче, 9 сезонов. Ну, такой, конечно, ну, детский такой, ну, довольно сильно, но, в принципе, доброта, и так, чисто вот вечером что-то полежать, расслабиться, просто посмотреть, не знаю, мне оставляет, в принципе, нормально. Ну, как бы слишком наивный, конечно, местами, вот из-за этого чуть портит, но, в принципе, нормально. Вот играл бы я в Боши, вот у тебя 19 тысяч смертей, да? Я бы, наверное, на... 140-й бы уже дропнул, наверное. Не, ошибаешься. Тут они быстро фармятся. Да тут смотри, тут же видишь, очень легкий экран. Ну чё, вот сейчас пострелял, прыгнул, спустился. Ну, неудачно немножко спустился. Ну вот это вот... Одно и то же механические действия, ну... Да это только первый раз, потом уже проходишь на изич вообще. Я потом буду второй раз приходить. И уже... Это вот сейчас у меня... Где-то около 80 часов я прохожу уже эту игру. А, я уверен, что... Да что такое? А, во второй раз я уже пройду, мне кажется, стрима за 4, наверное. Но я вначале, наверное, буду на легком проходить. Ну так, просто интересно. А это, ну, это типа Totally Average, ну типа норма. Ну вот, потом пройду на норме, потом опять на Totally Average. Но мне кажется, уже будет не... Ну сколько? У меня тут будет, наверное, сейчас... Тысяч там 25 смертей, когда я пройду.
А второй раз, я думаю... Так, сейчас... Лол, как это пройти? Жесть. А второй раз, когда буду проходить, я думаю, уже где-то пройду тысяч за 7, наверное. Или даже меньше. А куда тебе тут надо попасть? Я что-то не вижу. Не знаю, куда попасть, но мне нужно от этой стены как-то избежать ее. Ну а дальше-то куда идти? А, вот я не знаю, я же первый раз на этом экране. Но потом, когда я эту вот, видишь, там красный крестик, и мне нужно там как-то будет спуститься по этим синим стенам, дотронуться до него, тогда он превратится в зеленую галочку. И вот эти красные кубики исчезнут, и, видимо, влево потом идти. Так, хочу прочитать, что там мне в чате понаписали. Так, и кто эти же эти 10 ценителей, истинных целителей твоего творчества? О! И мистер Набомнение говорит то, что он не принадлежит к региону троллей. Сам только что, блин, это что, по его мнению, не троллинг? Так, сейчас я прочитаю, что там дальше. У меня с детства есть баночка фишек с покемонами. О, прикольно. А, про У аниме. меня откуда-то закладочки с покемонами есть, не Да, помню вообще они довольно откуда. неплохо в наше, это, как сказать, медиапространство в России заняли, несмотря на то, что всего 2 сезона было, но везде игрушки были, все что угодно. Так, ФФ не механически, каждый бои одно и то же. Тора, Тора. Финалки ты делаешь как? Ты идешь? Вот чем от Боша отличается. Вот ты идешь, на бой наткнулся, просто крестик зажал. Все, они там сами физикой всех убивают. Ты там чаек пьешь, я не знаю, что делаешь там. Вон, на втором мониторе что-нибудь смотришь. Идешь дальше, там опять бой, опять крестик зажал. Изи. А вот тут на смотрит на экран, а смотри, что ты делаешь. И чё, смотри, просто влево, вправо, и все. Ну, это одной рукой делается. Смотри, вот вправо жму, Но на экран все равно надо влево, смотреть. вправо. А, ну ты у тебя с задержкой. Прыжок, это все одно. У меня на стрелочку прыжок. Блин, ну, заговорился. То есть у меня ходить влево, вправо и прыжок, это одной рукой все делается. Так что, блин, ну только там единственное, нужно стрелять в этих... вот этих вот кого-то, но это только на этом уровне. Это первый уровень, где есть какие-то враги, в которых нужно стрелять. Ну, за исключением боссов. На поздней версии финалок там разных можно Так, поставь просто Брик зажать удачи. крестик и выдать всем автоатаку. Лалка ты, Тор. Хоть бы одну игру из своих рандомных игр бы прошел. Он прошел, кстати. Он на несколько игр было такое, что проходил. Вон, Child of Light ты стримил. Вон, пройди Child of Light. Я что-то бросил. Да пройди, пожалуйста. Это А Тутору? там по хардкору, а? Это Тутору? Что-то я не понял. Нет. Мне? Так я вообще Тору. не... А, да, Тору, Тору, да. Что-то там мне написали. Кучу текста, блин. Давай, я буду тебе читать, значит. Инферно пишет. Не вижу смысла проходить это еще раз в ближайшее время. Все подставы уже известны, остается тупое задротство. Подобные игры цены именно при первом прохождении, когда все подлянки неожиданны и внезапны. Ну, тогда Тора вообще, по идее, нет смысла проходить, он же видел спидраны и прочее. Во, точно, я тебе буду чатик читать. Ну тогда читай не только то, что мне, а что там вообще пишет. Всякие холивары, там, обзывания друг друга троллями, там, погаными. Тор что-то говорит про самолетик, который он прошел на харде сразу. Да, короче, была игра. Она как бы инди, но она качественная. То есть, ну, видно, что игра такая вырезанная, да? Ну, качественно все сделано, диалоги, все, ну, все графика. Вот, там, типа, надо на самолетике летать. Ну, типа, как Тоха, только, ну, короче, с сюжетом другим, не японским там. Ну вот, и это... Это шмаппер, да? Чё? Ну, вот как Тоха, вот ты летишь и Ну, только, стреляешь. да, но только там враги не такие, то есть они не такие атаки делают, да, не куча пулек. Ну, короче, ну, ты имею в виду тоже, ну, скролл-шутер, в общем, ты понял. Ну вот, ну, короче, он выбрал сразу хард и прошел.
Да. Не знаю пока. Костабрик, давай, удачи. Спокойной ночи, Костабрик. Так, ну у нас осталось играть 10 минут. Почему? Потому что потом... Потом идет стримить Фэблет Домино. Он будет приходить там... Третий мир Боша. У вас там по расписанию все? Да, у нас же Боша ТВ круглосуточно практически. Пост стал, пост принял? Угу. Че там пишут-то? Так. Как так-то? Мистер Наба мнение пишет, кинул Костабрика в игнор и кинул на страницу. Боже мой, каким чистым теперь стал чат. И смайлик Кавай. Блин, вот не тролль ли, а он? Ну вот как вот, скажи свое мнение. Надо гифочку найти. Мне тут друг давал гифочку. Прям хорошо зайдет. А игру на стриме точно нормально слышно, потому что у меня в наушниках она очень тихо стала. А, я не знаю, у меня же звук на стриме выключен, что-то голос. Но это я больше у чатика спрашиваю. Show fucking close. А смотри-ка... А, ну ладно. Не буду озвучивать. Пытается форсить смайлики ПТШ. Снап говорит, ничего не слышно. Все тлен. Все. Теперь слышно. Ну теперь походу тебя не будет слышно, наверное. Что? Тор, если ты умеешь играть в FF, ты молодец. Зачем мне тебя учить, если ты уже прошел и умеешь Тор играть? Тор не умеет же в FF играть. Он же... Это, он же он фармит уровень всегда, чтобы пройти. Так же и надо. Да? Ну, в некоторых местах. Ну, Снап, например, все JRPG проходил с первым уровнем. А, типа челлендж, что ли? Не, ну это так, конечно. В смысле, просто... Это ирония, конечно, но типа он офигенно без прокачки проходит. Не, ну в принципе в финалке можно пройти, ну, специально не качаясь нигде. Ну, просто если заходить в какие-то. Ну нельзя просто взять и пройти. Можно. Просто взять и пройти нельзя. Вот. Ты попробуй Кевку в шестой финалке убить. Первым уровнем. А я в четверку не играл. В шестую не играл? Нет. Печалька. Смотри. Я в пятую не играл, в шестую не играл. Ну как, в пятую я играл, но прошел там где-то, ну, наверное, процентов 40. Я там два кристалла нашел. Блин, если честно, я думал, тебе невозможно финалку заспойлерить. Ну ладно. Можно. Я прошел первую. Вторую дошел до Пандемониума, до вот, последнего подземелья. ДЛЦшку, ну как, не ДЛЦшку, как-то дополнение не проходил. Тройку не проходил. Там где-то половину проходил на NES. Рассказчик о финалке, что сам не играл в финалке. Играл в финалке. Так, блин, в этом-то и суть. Я сам буду удивляться, будут... чистые эмоции, я буду искать инфу, которую буду видеть в первый раз. Подожди, а какую ты пятую, шестую не проходил? Седьмую? А какую? Седьмую проходил. Восьмую проходил. Девятую проходил. Десятую вообще почти не играл.
12-ю тоже вообще почти не играл. 13-ю там брал консольку у одногруппника и прошел там сколько-то, не знаю сколько, в процентах. 10 глав, в общем, прошел, и пока все, потому что одногруппник консольку продал. Так, короче, а четвертую, третью? А, четвертую я прошел. Это, ну блин, как я мог не пройти свою любимую финалку? Да, ну четвертую не очень. Ну, многие так говорят, но это моя любимая финалка. Ну, у нас тут разные мнения принимаются. Да, мистер, два мнения? Так что, ну, нравится, значит, нравится. Вот. Объективно, я могу сказать, объективно, лучшие финалки это вот 6, 7, 8, 9. Ну, может, если прям совсем-совсем, то 6 и 7. Вот, они лучшие, но любимые у меня четвертые. Стоп, подожди, ты же шестую не проходил, откуда ты знаешь? Ну, я много читал о ней, читал всякие обзоры там. Она считается... Ой, там много букв в чате, давай ты прочитаешь. Ага. Да, он вначале тор, потом снап. Так, цитата. Я сам буду искать инфу, спойлерить себе и вообще пройду сначала на ютубе, а потом еще раз на стрим. Нельзя же поставить нубом, я ведь великий игрок в FF. Я просто отвечу на это вот так вот. Просто отхлебну чайку и буду читать дальше. Так. Чай на стриме? Ну это да. Не очень. Почему? Ну не знаю, мне кажется, это неуважение есть или пить на стриме. Хотя я сам только же сегодня сок пил. Ну блин, один глоточек. Не, ну ладно, давай. Ну не знаю, мне лично это кажется не очень. Но стрим это как работа, что ты отвлекаешься на всякую ерунду. Ну. Есть это вообще не обязательно, вот стрим это да. Ну ладно. Ну давай, что ты хотел сказать-то? Ну то... Тор пускай думает, что хочет. Вот там Снап еще что-то написал. Значит, что ты тогда собрался рассказывать? Это для тебя будет ново, но очень-очень много людей проходили финалку. Ничего нового ты им явно не откроешь, тем более первым прохождением от себя. Если же будешь искать информацию на стороне, заспойлеришь себе все нафиг, так что никаких первых эмоций. Ладно, хорошо, я сделал взаимоисключающие параграфы, эмоции не будут чистыми, потому что я буду читать гайды при прохождении. Да, на самом деле, я фигню сказал. Вот, где спойлеры, вот, прям вот чистые эмоции у меня были, когда я один вот проходил Last of Us, ничего не зная. Вот, там действительно прям... Не знаю, какие эмоции в The Last of Us. Я на Ютубе прошел, вообще, что-то, ну, как-то... Ну, нормально такая игрушка, да, можно побегать, но... Что-то я там не увидел глубокого прям сюжета какого-то. Вот просто как. Я играл в прошлом году летом. Да как это пройти? Я не знаю, как это пройти. Все, хватит. Давай, договаривай, и я все на этом. Ну ладно, я тогда не буду расставаться. В общем, у меня там был очень прям сильные эмоции ближе к концу игры. Потому что я где-то было 6, наверное, 7 или утра, в общем, я спать не ложился, а потом пошел еще к другу в гости, в общем, был вообще просто вот под впечатлением. Поэтому это моя самая любимая игра из всех, которые я играл. Нет, я не дропнул больше, пишут в чате. Просто на сегодня, да. Все, в общем... Ну, ой, в принципе, мне больше сказать нечего. Да, ну, короче, на этом стрим заканчивается. Больше, конечно же, еще будет. Я нифига не дропну больше. Все, будем играть. Сейчас идем смотреть, кто хочет. Фэбс Домино будет проходить третий уровень. Больше, когда будет Тахота, не знаю. Может быть... Ну, либо по вечерам, да, можешь смотреть, мистер, обо мнение. Ну, типа, проверять.
Либо, может, там воскресенье. Ну, короче, не знаю, не могу точно сказать. Вот. Все, спасибо, Ксенрир. Ставьте плюсики Судалову. Да. Он классный. Ну, можно, в принципе, при желании. Ладно. Подписывайтесь. Не, подписываться не надо. Ну, в смысле, Надо. ну, по желанию. Я никогда такого не говорю, никого не принуждаю. Мне можно. Я зритель. Зритель говорит, подписывайтесь. Зритель одобряет. Ладно, все, всем пока, увидимся.